Мы полностью переработали механику наведения корпусом, которая применяется на таких необычных машинах, как шведский СТРВ-130, СТРВ-103А, СТРВ-103С и немецкий ВТ-1-2. Не углубляясь в описание всех вспомогательных систем, которые теперь трудятся внутри этих машин, сообщаем, наведение корпусом теперь станет более плавным и гораздо более точным во всех ситуациях, в том числе при нахождении машины на наклонной поверхности. Ага, поверил. Ну и бредятина.